Приветствую вас, мои дорогие водолеи. Это ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта для вас – карта мир. Карта мира показывает, сохранять или разрушать ваш мир – все зависит от вас. Вот начало месяца октября и показывает, для того, чтобы что-то сохранить в вашей жизни, все зависит от вас. Если вы хотите что-то разрушать, это тоже зависит только от вас. Следующая карта, мои дорогие, для вас – это карта Король Жезлов. И Король Жезлов показывает, что благодаря вашей мудрости, благодаря то, что вы понимаете, что вы должны что-то правильно оценивать, вы должны правильно поступить, то вы как бы здесь еще показываете то, что вы начнете вот именно сохранить этот ваш мир. Не чтобы разрушить его, а именно сохранить, держать то, что у вас это. Для кого-то здесь я могу сказать, что здесь может быть именно женщинам, вот именно водолей, что вы как будто хотите вот... Думайте по поводу какого-то мужчины. Вот сохраните эти отношения или вот все-таки разрушить их. Следующая карта, мы сейчас посмотрим, что это касается. Карта отшельника. Карта отшельника показывает то, что вы ищете чего-то нового. Вы ищете что вам даст лучшее, то, что вот на данный момент у вас есть. Вот на октябрь месяц, на начало, вы как будто хотите вот быть один, одна, вот для того, чтобы вы понимали, что ваш мир не разрушил, или то, что ваш мир сохранился, вы ищете что-то вот для себя новое. Следующая карта, мои дорогие, это уже на середине месяца, мои дорогие водолеи, карта повешенной. А карта повешенной показывает то, что вы, здесь еще я могу сказать, что на середине месяца вы должны подвесить какую-то ситуацию вот с каким-то мужчиной. Даже для вас, мои дорогие мужчины, может быть, кто-то, если касается здесь именно рабочие моменты, вы как будто здесь середина октября, вы захотите как бы поставить чуть-чуть на паузе какие-то моменты именно. А если вот для женщины, я могу сказать, что вы как будто пока не хотите развития каких-то отношений с мужчиной, пока ищете чего-то новое для вас. Для кого-то здесь именно касается, что мужчина на расстоянии, не близко с вами рядом. Следующая карта, мои дорогие. Король Жезлов. И смотрите здесь, почему я говорю, потому что здесь выходит пара. И именно пара здесь, и я могу сказать, что между вами будет подвешенная ситуация, вот состояние в октябрь месяц на середину, потому что вы сами будете искать, вы сами поймете, а стоит вот нам эту пару сохранить, а стоит нам дальше идти. Хотя здесь я вижу, что подвешенность, у вас развития никакое нету, у вас никакие там, вот если вы встретились какой-то период, у вас на том и остается. Если вы были на начальном этапе, как здесь тоже показывает то, что вы можете быть любовники, здесь еще показывает тоже такое состояние. У вас не идет вот это отношение, они не развиваются, они остаются там, где вы есть. И сохранить это или разрушать, это все от вас зависит. Следующая карта, мои дорогие водолеи, для вас, и это карта десятка кубков. Десятка кубков показывает. Конечно, после дождя всегда выходит радуга. И радуга на середине месяца у вас есть. Радуга над вашим голове. У вас есть, знаете, вот даже то, что для моих женщин и мужчин, даже то, что у вас есть состояние не тех, которые вы хотите, у вас есть близкие люди рядом. У вас есть люди, которые вас поддерживают именно в этой состоянии, в котором вы находитесь, в котором вы не понимаете, нам стоит это сделать или не стоит вот в серьезные отношения перейти, или вот оставлять так, как и есть. Вот именно вот середина тоже показывает, уже начало показывает, что вы как бы ищете что-то вот здесь, что-то, но пока середина показывает, что в подвешенном состоянии, вот то, что пока ничего, никакое развитие не идет. Вот даже вот карты я выйдет, это четверка мечей. Четверка мечей показывает, что подвешиваете.
ищите то, что дайте возможность этим отношениям, дайте возможность вы сами себя понимать, а нужен этот человек вам рядом, а стоит вам вот даже из вот из то, что вы как бы люди ну по страсти, то, что у вас там интим только, то, что вот это, вы, стоит вам перейти вот в стабильных отношениях, как семья, для того, чтобы у вас и были и дети, и ну, вы были счастливы, эмоции это. Вот вам именно вот дается, возможно, даже в конец, чтобы вы подумали, вот чтобы вы побыли одни, один в одну сторону, один в другую сторону, чтобы вы понимали, если вы друг друга хотите быть вместе. А точно это вас, ваши вот эти отношения, ваши это не только страсть, а именно вот как бы может перейти в чувства, в любви. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это шестерка жезлов. Шестерка жезлов и показывает, если вы начнете, вот я почему все-таки мы смотрим расклад, и все-таки какие подсказки для кого-то они есть, не для всех, но они есть. Побыть один, подумать. Для того, чтобы у вас эта победа была, чтобы вы перешли в серьезных отношения, чтобы у вас вот вы были счастливы вместе, дайте возможность друг другу побыть одни. Даже если вы, может быть, если я еще скажу так, что вы, может быть, расстались на данный момент. И вот именно октябрь месяц дается вам возможности, чтобы вы подумали, как правильно дальше сделать для того, чтобы вот у вас эта победа была в ваших руках. Неважно, для мужчины, для женщины это тоже идет как это именно пара. И для одних, и для других это как бы есть. Следующая карта, мы возьмем карту совета. Что вам высшие силы подсказывают? Что вам высшие силы говорят? Туз кубков. Вот, если для того, чтобы дойти, вот именно как семья, чтобы у вас были даже общие дети, побудьте одни, потому что здесь очень четко идет, что если вы прислушиваете к этому совету, вы дойдете до, вот, до этих отношений семейно и даже как любви, и как семья, и даже могут здесь быть рождение детей. Конечно, мои дорогие водолеи, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.